Бульмей, и сегодня это очередной хол. Итак, и мне пришли посылки как с Алиэкспресса, так и что мне подарила бабушка, и что я купила сама. Так, вот все эти вещи. И важная информация. Хол будет у меня практически всегда. Это моя новая рубрика. Итак, поехали! Итак, первое, с чего мы начнем, это с подушки эмоджи. Она мне пришла через 2 месяца, но все-таки она очень красивая и с вот такой вот липучкой. Я заказала, по-моему, не 30 сантиметров, вот, но не знаю, пришла вот такая, очень красивая. Следующая вещь, это мой новенький пенальчик. Вот так вот он выглядит. На Алиэкспресс он был немножечко другого цвета. Вот, но там были такие же и разные цвета. И вы, наверное, меня спросите, почему же это хол, но ты не распаковываешь свои вещи? А это все потому, что я хотела вам сказать, какого качества все эти вещи. Итак, например, вот эта подушечка, ей уже неделю. Вот, и она очень-очень красивая, мягкая, и качество у нее хорошее. А у этого пенальчика качество хорошее тоже. Он, я с ним уже давно хожу, и в нем уже лежит мои много канцелярий. Так, мне еще должен прийти чехол с Алиэкспресс, Дед Мороз. Но пока что он не приходит. Слушай, это тетрадка. Первая вот такая вот. Она очень прикольная. И либо с белочкой, либо с бурундучком. Здесь у нее подсказка по таблице умножения. Следующая. Кстати, она была по математике. Следующая по русскому. И мне нравятся такие вот тетрадочки. Они очень красивые. Здесь подсказка, как пишутся буквы. Следующая тетрадка, это я ее делала сама. Моя самая любимая, наверное. Вот. И она с космосом сделала я ее. Поставься, Мар. Она тоже по математике. Следующая тетрадка, это она сделана по Финке DIY. Она с арбузиком. Очень прикольненькая. Следующая тетрадка, это вот такая вот. Сделала по Nata Lime. И она очень красиво переливается. Сзади тоже есть подсказочки. И следующая тетрадка, опять же таки, я сделала ее сама, но только уже не по какому-то видеоблогеру, а придумала сама. И она со смайликами. Ну и пошли подарки от бабушки. Первый подарок, это вот такая вот красивая кружка. Она достаточно удобная. Вот. И красивая, как я уже сказала. Также бабушка мне подарила очень много разных красивых тканей. Например, вот эту вот полосочку подойдет для шарфа. Вот эту вот, такая обычная. Вот эту вот синяя, зеленая с кружевами, а здесь вот такой платочек. Это мне подойдет, чтобы что-то делать. Итак, ну и скоро 14 февраля. Пожалуйста, напишите мне комментарий, иначе вы не получите такого красивого приза. Вот как я украсила свою стену. Здесь у меня стоит весь год, как вы уже видели. Здесь такая, флажки висят, разные сердечки, которые я делала сама, и картина. Этот фон у меня практически всегда, но сердечки у меня будут только на 14 февраля. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. И всех люблю, целую и пока!